гораздо сложнее, чем вчерашний, но нам он давался, скажем так, попроще, потому что уже вчера все попробовали, все поняли, поняли машину, поняли эти пески. Сегодня не было совершенно никаких ходярников, исключительно только дюны. Было на первой четверти, у нас было две серьезных ошибки, поймали гребни, на первом гребне разбортировались, меняли колесо, то есть потеряли 20 минут. И потом еще такая же ошибка, на гребне встали, потеряли массу, поставили резервный провод, откопались, поехали, то есть потеряли 30 минут, получили тепловой удар, поэтому немножко сбавили скорость, и потом было тяжеловато. Ну, потом вошли в норму и до финиша ехали уже совершенно без проблем, было все легко. С навигацией проблем совершенно не испытывали, все хорошо, все отлично. Завтра будем продолжать бороться. Все.